Иногда получается так, что ваш коммуникатор, смартфон, в данном случае мой дешевенький Huawei, не может 8850 соединиться, сконнектиться с компьютером. Устанавливается специальная программа HiSuite, она устанавливается при первом подсоединении компьютера к смартфону, либо наоборот, смартфона к компьютеру. И программа эта устанавливается, и потом мы можем соединиться и загружать какие-то на телефон программы с помощью HiSuite. Вот как она называется. Но иногда бывает ситуация, что смартфон не соединяется. В частности, я говорю про Huawei с компьютером. И тут необходимо зайти в настройки программы, точнее в настройки вашего телефона, открыть вкладочку настройки, потом зайти под настройки приложения, далее в разработку и поставить соответствующую галочку напротив пункта «Разрешить отладку по USB». Она называется «Отладка по USB» и включить режим отладки при подключении к компьютеру по USB. Все сразу нормально видно, такая бывает возможность возникновения такой проблемы. Ну вот она HiSuite, достаточно удобная программа, она у многих есть. Попробуем мы что-нибудь сюда загрузить. Ну, я уже загружал. Еще раз попробую. Вот этот файл с расширением APK для Android. Какие-то обои. Посмотрим. Идет загрузочка. Установить. Вот здесь видно, что идет процесс установки. Загрузки сейчас другие клавиши не активны. И вот загрузилась программа. Живые обои. Juice. Видимо, там что-то будет связано с какими-то фруктами свежими. Вот, позволяет эта программа работать, рисунками заниматься, музыку соответствующую ставить. Ну, вот здесь я несколько песен, не песен, а альбомов группы Кино с помощью этой программы загрузил на смартфон, и вот такие надписи высветились, непонятные. Хотя на самом смартфоне все наименования песен на русском языке. Так что вот такая программка HiSuite.